Resimine kendi masalını Uşak Resim Yarışması Gagauziya'nın resim okulların öğrenicilerin yaratıcılık becermeklerini açıkladı. Payalanların işleri kendi resimlerini Gagauz halk masallarına adadılar. 104 resimden 9'u taradılar. Valkanyaş'ın resim okulun öğrenicileri 2 yıl bir de birinci yeri aldılar. Üç başışlı yeri kazandı yarışmanın payalanları Çadırlınga Municipiyası'ndan. Бен ресимнедим Гагауз масалыны кеменчеджи хем шайтанар. Хич нанчам да гельмер ан ярышмада тарадым. Я третье место завоевала. Благодарны вам, что вы позволили нам, дали нам возможность показать... Бу ярышмак верді кулылык талантлы ушакларын бежермеклеріне ачыклама. Хепсіне и башарлары дилерім. И поздравить ребят с этим мероприятием и пожелать дальнейших успехов. Конкурсун хепси ресимнери шыралыыннан, масал хавезиннен, темизлиннен хем ушакларын бакышынан фольклор адолуйду. Тарайыжылары селемнеди хем кутлады культура баканнын башы Марина Семенова. Я искренне благодарна всем педагогам за работу, за то, что был проделан очень большой труд. Я пылы ищичин шикуредерым Валканешин Чадырлунганын хем комраден ресим окуларын үйредичилерине. Биллиани ушакларымыз северлер Гагауз халк масаларына окуерлар онлары, чунки кенди фикирине ресимде ачыклайынча яратмайлан танышмай онжа лазым. Нужно знать произведение, теперь мы точно знаем, что наши ребята, которые занимаются в стенах художественных школ и в Комрате, и в Чадырлунге, и в Валканешинах, они не только рисуют, не только пишут на холсте, но они еще и читают наши гагаузские народные сказки. Мир Федора Достоевского, Республика, иллюстрация ярышмасының черчевесінде аңғысы Адалы Дарус язычысынын 200-інші ел дөніміне дипломна арлан нышаннанды ике тарэйджи, сертификатланды бер. 11 ноября. Касым айын 11-інде Федор Достоевскийн дуума күніне хабарленді ярышмак. Юридичим теклиф етті катылым, кайыл олдым. Кенді ішімді преступление и наказание яратмасындан Соней оның эмоцияларыны саваштың көстерме. Ушакларын ресімлерін сергесе узыже күчік айын біткесіне адан. Светлана Димитрогла, Владислав Табачук, Мария Казаку, ГРТ Хаберляр.